Всего 6 надежных креплений, и конструкцию весом в 15 килограммов сорвать с места не сможет даже самый сильный ветер. Вывеску универсального центра «Мой бизнес» водрузили на здание Самарского бизнес-инкубатора. Она стала самым ярким предвестником того, что здесь откроется уже третий в Самарской области центр оказания услуг для предпринимателей. Сам же центр уже почти готов встречать первых гостей. Внутренняя отделка помещения завершена, осталось лишь собрать мебель. И в этой комнате уютно расположатся 4 окна для приема и небольшой конференц-зал. Предприниматели Самары в формате единого окна смогут получать необходимые меры государственной поддержки для старта и развития собственного бизнеса. В центре «Мой бизнес» можно будет оформить ИП, провести аудит компании, получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению и бухучету. На мой взгляд, самые радужные и перспективы, и преимущества. Можно будет прийти в один центр, в одно окно или в несколько окон, но в одном центре, и получить абсолютно всю необходимую информацию. Это позволит предпринимателю в одном месте решить все свои вопросы. И это удобно. Запуск нового офиса для представителей делового сообщества на базе Самарского бизнес-инкубатора возможен благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Открыть центр планируют до конца года. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.